И сейчас буду, если сейчас сайт в порядке, я вам покажу очень интересные штуки, что я вытворяла сегодня, вчера, вернее, на нашей платформе. Так, как это все интересно выглядит? Просто, как сказать, экскурс вам сделаю, что все работает. Окей? Скажу вам вот что. Springboard, если вы на Springboard полностью все сделали, и вам Springboard уже доступен для покупки чего-либо, да, вот я вчера это делала. Иду на Springboard, и открывается список. Здесь вот эта вот ссылочка, где продукты написано. И здесь вы, наверное, видели, у кого доступ уже есть к этой... Посмотрите, обратите внимание. Вчера еще это было очень много чего доступно к покупке. Сегодня уже все распродано, понимаете, да? Смотрите, было 576, 576 забрали. Угу. Все забрали. Вот, продажа была по 52 цента. It's okay. Я все прошла, сейчас все вам покажу, даже на практике. Дальше смотрите. Все зеленое, видите? Зеленое, все забрали. Наши партнеры, дорогие. Смели с полок. Смели с полок и начали торговать. Я не знаю, где они начали торговать, потому что также на eBay вчера мне недостаточно информации, чтобы я должна была еще вот этот вот товар, который я купила, я его должна была выставить к себе на eBay, но вот как-то до последнего, там кое-какие мне вопросы непонятны, мне нужно с Надей уточнить. Пока у нас нету такого ролика, Иван показывает с Амазоном, Амазон я вчера тоже прицепила и уже поставила товар на продажу на eBay. С Амазона. Но это отдельная тема. Теперь смотрите, я сейчас вам просто наглядно покажу, как я уже у меня есть свой склад. Что такое свой склад? У меня я завела всего $15 специально для примера, для пробы. Я завела сюда $15. $15 это 15 юнитов. Вот эти юнит токены. Токен это вот $1, один токен. Пойдем на самую последнюю страницу, 185. Посмотрите. Уже тут и весы, тут уже совершенно другие цены продажные есть. Плитка какая-то еще. Было 8 продалось, 12. Все. О, коврики, да? Вот они, коврики. Я не знаю, что это за коврики. Хочу, да. На пол какие-то там маты, это самое, как палас, да? Что я хочу вам сказать, что нужно... Конечно, интересно смотреть, выбирать что-то, это очень, так сказать, занимательно, да, но так как здесь это все есть и предоставлено нам, там есть специальный отдел маркетологов, которые изучают рынок, и поэтому, если вам лично эти коврики не нужны, это не значит, что они не нужны никому. Поэтому, если вы будете заморачиваться, ой, здесь какой-то бренд продается, оно никому не нужно, это будет неправильно. Поверьте моему просто опыту, потому что я имею уже опыт торговли именно на eBay. Это есть два дурака, один продает, другой покупает, все. И точно так же цены. Кто-то купил за доллар, а кто-то купил за 50 и даже не подозревает, что можно купить было за доллар. Да. И за 2 доллара сапоги. Правильно, Лена? Лена сегодня говорила, что я купила за доллар 99 сапоги на eBay. Она говорит, ты этим меня просто убила. Когда я еще ей показала эти сапоги, я уже их ношу. И она увидела на eBay, что они действительно $99, у нее был шок легкий. Окей, сейчас я хочу вам показать, как я произведу покупку. Хорошо? Интересно? Окей. Это все пробное, чтобы вы понимали, что это все можно удалить и так далее. Вот, допустим, игрушка. Я знаю о том, что детские игрушки всегда хорошо покупаются. Посмотрите, их в наличии у нас на складе 144 штуки. 92 уже забрали. Окей, я хочу взять. Допустим, у меня денег там мало, потому что у меня уже там что-то какая-то бабочку какую-то я купила, заколку, прям, посмотрите. Я что я делаю? Я делаю buy this product, да? Кликаю на эту кнопочку, и мне уже вот говорит программа, что я могу уже в свой личный склад поместить, могу зарезервировать себе. Что у меня здесь пишется?
Видите, максимум, что свободно это 12 единиц. А вот здесь вот available у меня 12,6 долларов. Это мои токены. 12,6 токенов или 12,6 долларов. Это 12 долларов 60 центов. Потому что я уже истратила 2 доллара 40 центов. Покажу потом на что. Price этой игрушки 8,43. Я пишу здесь, сколько ты хочешь купить. Здесь есть стрелочка, вот я пишу один. Одну штуку я хочу купить. Здесь shipping to your Amazon account или ship manage for the product for me. Я должна вставить вот здесь вот птичку. Окей? И здесь мне пишет, что... Нет, здесь shipping... Я смотрела ролик. По ролику именно так. Минимум retail price, минимум... Retail price 6 долларов. Так, значит, cost per unit 35 центов стоит один. Одно изделие. Да. Операция 35 центов. Так, здесь я могу поставить свою цену. За сколько я хочу продать эту куклу. Видите? 8,43, я могу здесь поставить прайс, там, я хочу ее продать за 15, допустим. Опять я вам говорю, я ее не буду оставлять, я хочу просто показать сам пример, что это такое. Так, и balance after purchase, почему-то у меня даже 3,82 остается, ничего не понимаю. Это у тебя okay. Остатки юнитов, 3,82. Юнитов, да, ну... Все правильно. А, у меня же 12. Все да, правильно. Думаю, откуда да. Это? Все правильно. У меня 12 с чем-то. А шиппинг Amazon не надо? Нет, это не Amazon, это на eBay. Это если мы... Это я пока что резервирую к себе на склад. Вот смотри, вот там можно две галочки поставить. Одну, где Amazon аккаунт, это значит, я предполагаю, поставить на Amazon. Ну, я на Амазоне, у меня нет, я понимаю, я предполагаю, но я... это получается, ты резервируешь для того, чтобы на eBay. Да, да. То есть это для меня, и я должна сделать на eBay, по крайней мере, вручную одну продажу, должна запомнить первый раз вручную, чтобы потом все это было на автомате. Я делаю это по ролику, по американскому ролику. Я его сначала посмотрела, и она именно делала и ставила птичку сюда, for me, для меня. Я делаю на склад. Я сейчас его просто резервирую, видите? Submit я делаю, и мне написано, что все, я это сделала. Где я это могу увидеть? Все. Я эту куклу забрала себе, и я могу теперь ее выставлять на продажу на eBay. Но я не могу выставить на продажу, потому что мне надо выяснить там кое-какой нюанс. Где я могу... Да. Скажи, пожалуйста, а вот эти вот денежки, которые, токены, которые ты назвала, которые замораживаются, да, после резервации, они где у тебя находятся вообще? Они у меня все время здесь, как сказать, на этом, в программе висят. Они, посмотрите, сейчас я покажу степ-бай-степ, слушайте. Я смотрю здесь репорт, видите? Да. Это вы сейчас увидите, что я вчера делала и что у меня сейчас здесь есть. Вот, видите? Я купила какие-то вчера заколки, бабочки. Я смотрела, посмотрела, сколько они там на Амазоне. Я не знаю, факт тот, что, в принципе, они стоят $1.35. Я могу их продать как минимум за $15, потому что они там прочные, крепкие, такие-сякие и так далее. It's okay. Но... Опять говорю, что я все не смогла. Я хотела поставить на eBay, тоже покажу сейчас вам eBay, я все потихоньку... $1.35 это 3 штуки по 45 центов. Нет, нет, это 3 штуки по $1.35, только в каждой еще их по 2. Это вот это в одном наборе 2 штучки. Понятно. Ну, пара. Да, парочка. Ну, смотрите, вот я их вижу, видите? Вот они у меня здесь. Я могу сделать cancel, видите? Вот я их набрала, вот можно сделать такую работу, завести там какие-то деньги свои и сделать себе склад, да? Склад вот этих товаров, а потом их выставить или на Amazon, или на этот, можно и туда, да? Но у нас не хватает еще пока знаний. Это я проявила просто свою, так сказать, инициативу для того, чтобы пройти вот это вот все, посмотреть, как, что я здесь ничего не поломаю, да?
Здесь все это делается, мы будем постепенно это освоим, и у нас даже еще старта нет. Сегодня даже сайт, я вот не могла даже Лену зарегистрировать, он был на maintenance, понимаете, да? То есть это еще все в зачатии, все в работе, но уже можно что-то делать. То есть начинать, по крайней мере, изучать это, что-то пробовать делать. Я всего $15 завела. Потом я скажу еще больше, что я тоже разговаривала с некоторыми товарищами, которые, оказывается, уже на бонусах зарабатывают очень хорошие деньги и через GPG прекрасно выводят. И я вам скажу, что когда вы начнете зарабатывать хотя бы на маркетинге, если вы строите команду, вы начнете получать эти бонусы, выводите деньги, потому что заводить для того, чтобы покупать на Springboard вот эти товары, заводить их нужно с карты, так что вам нужно заработанные деньги вы вести на карту, а потом с карты здесь делать себе закупку в этот мини-склад свой. Это понятно? Да. То есть на карту выводить нужно. Сразу говорите, понятно? На карту выводить нужно, да? Да, на карту выводить нужно. Да. Лен, вопрос есть. Да. Инай, а там GPG, когда на карту деньги выводятся, там комиссии, ты разобралась, какие там суммы берутся с денег, которые выводятся? Я вам скажу, что там, по-моему, на карту $5. Я не могу вам сказать, потому что я все время вывожу в банк, и это стоит максимум доллар, а то и вообще, по-моему, не берут они перевод в банк. Ну, вы поймите, что я живу в Америке. Я вам рекомендую завести карты там свои, вот, которые в России, вот, те люди, которые живут в России, допустим, в других странах. Вот Данил из Израиля, он знает, мы уже с ним завели карту, запросили там Pair, рекомендуют израильтяне. Вы, россияне, тоже можете взять, Payoneer есть у вас американские карты. Я надеюсь, что Infinity уже будет со временем свои карты вам высылать, как обычно делают это американские компании. И вы легко сможете тогда в России у себя без всякого там какого-то препятствия выводить деньги в банкоматах, да, допустим, рублями своими. Давайте не будем уже, опережать все это дело. Пока что мы можем только предполагать. Но опираясь уже на наш опыт работы в легальных компаниях, это так и существует. Давайте все, пойдем дальше. Понимаете, да? То есть здесь можно сделать уже мини-склад. Уже я взяла себе эту куклу, и я вот сегодня, если я выясню у Нади, просто еще нету материала, я не знаю, как выставить, каким образом все это будет выглядеть. Теперь я хочу вам показать, как я сделала и мой eBay аккаунт. Это мы сейчас сделали линию, я помогла сделать аккаунт. Сейчас я зайду в свой. И покажу, как у меня уже наушники торчат там с Амазона. А вы знаете о том, что вот то, что показывает Иван, как он берет товары на других площадках и ставит, благодаря вот нашему роботу, ставит их к себе на аккаунт в eBay на продажу, у него очень плохо видно ролики, очень некачественные ролики. Я, например, их смотрела, и просто я понимала, что он делает, потому что мне это было понятно из практики моей. А вот так вот вам, вы там ни черта не поймете. Это я вам точно говорю. Поэтому нужно делать, наверное, нам свои материалы для того, чтобы обучать наших людей. Окей. Сейчас я захожу к себе на eBay. Сейчас увидите, какие я уже Сережке сегодня показывала, он обалдел, да, Сереж? Да. Я сама обалдела. Прикольно вообще. За нас все сделали. Блин, сейчас держишь. Только нажимать нужно. Да, там все автоматизировано вообще. Красотища. Так, вот мой eBay. Я иду, сейчас загрузится до конца. Вам хорошо всем видно? Да, отлично. Так, вот мой селлинг, это продажи. Так. Сейчас, секунду, сейчас чихну. Ой, извиняюсь. Опа, вот. Вот у меня, смотрите, вот стоят наушники. Я взяла с Амазона, не платив ни одного доллара. То есть я зашла на Амазон, посмотрела там, что там есть в продаже. Опять говорю, для пробы. Я все могу это сделать в Кенсу в любой момент.
Они у меня исчезнут, если вдруг их уже не будет в продаже. Понимаете? То есть они у меня здесь оказались, потому что я уже свой eBay привязала к Infinity. У нас уже все там на автомате. Но вы не пугайтесь. Это потому что вы ничего не поломаете. Все придумано, все. Высокие технологии работают на нас. И оказывается, это степ-бай-степ, если делать все вот по роликам, потому тем более компания нам обещает вообще на русском языке ролики. Но мы же хотим, нам же уже надо, мы уже хотим быстро, нам же уже надо работать. И я понимаю это вот желание, которое у вас есть так же, как у меня. Я вчера полдня сидела за компьютером, все это делала, мне это было интересно. И оказывается, все это делается, я за 5 минут все сделала, когда разобралась. Окей. А теперь смотрите, как выглядит продажа вот этих... Вот когда эти наушники продадутся? Вот они продаются у них там за $84 на Амазоне. Я поставила плюс 20%, там они учли там туда фи, туда сюда фи. То есть у меня получилась продажная цена $123.24. Эти наушники дорогие. Я посмотрела, они стоят... Ну, до $200, потому что такие вот, как они, как профессиональные наушники, они вообще дорогие. Ну, это окей, опять говорю, повторюсь, как пример, да, пробы, я их, может, удалю. Ну, сейчас вот висят, пусть висят, продадутся замечательно. Так я могу на Амазоне тоже накопать, сделать себе так же, сделать там в какой-то папочке, быстренько раз-раз, а потом быстренько раз-раз-раз, сюда все затащить, сюда на eBay. И хай продаются, мне даже рекламировать не надо, потому что на eBay программы работают сами. А вам всем, которые не имели еще ничего, никакой практики торговли на eBay, вам нужно нарабатывать ранг. Что такое ранг, понимаете, да? Рейтинг. Для того, чтобы, да, по крайней мере, у вас произошло 10 продаж, и у вас были положительные оценки, как у продавца. Это тоже все делается. Не надо вам никого там покупать или просить, не забудьте оставить фидбэк и так далее. У них все это делают программы, им напоминают, они ставят птичку спасибо, и ты готовый уже хороший продавец. Ну, на все это время приготовьтесь и быстро только у кроликов, вы же понимаете. Остальное все нужно пройти вот этот шаг за шагом, и потом уже будет легко и приятно. Для того, чтобы заработать большие деньги, нужно набраться терпения. Вот. И посмотрите, все-таки я вам покажу, как программа мне поставила, я только делала степ-бай-степ, как учат в ролике, поставила там птичку, выбрала категорию и так далее. Посмотрите, как выглядит моя продажа. Офигенно. Понимаете, да? Офигенно. Это поставил все робот. Посмотрите, какие у меня фотографии. Обалдеть. Видите? И я хочу такие наушники, даже до $200. Это брендовые наушники, они достаточно дорогие, я могла их вообще тут 250 поставить. Опять, смотрите, как у меня красивое описание в рамочке, посмотрите. Это робот сделал? Конечно, конечно. Все, здесь написано и какой бренд, и что они новые, что они в упаковке, что они прямо супер-пупер. Вот полностью описание этих наушников, их характеристики и так далее. В красивой рамочке. Я выбрала сама рамочку. Да. Вот. Смотрите, что интересно. Попадется какой-то покупатель, он увидит, и он может мне письмо написать. Это правда. Но опять-таки говорю, что вы можете это делать, научитесь и не пугайтесь, это оказывается совсем легко. И даже переписываться, если вдруг вам покупатель хочет, напишет вам, скажет. И тоже там автомат. То есть он просит вас продайте за 120. У нас америкосы очень любят торговаться. Это трындец. Они очень любят торговаться даже за доллар. Он может написать, вы согласны мне продать за $120? И там я тоже только птичку, если я согласна, я просто птичку ставлю, и он покупает, и я получаю деньги на PayPal. Что я потом делаю? Я тоже там будет у нас же все привязано, и PayPal, и все. Я PayPal отправляю на Infinity, чтобы там они отправили на Amazon, я так предполагаю. Я не знаю, как это будет выглядеть, потому что это все вот только начало.
то есть сумму, которая стоит на Амазоне, а разница будет моя. То есть я вот на этих наушниках минимум $30 я могу заработать. Вот они тут будут стоять. Мне не нужно там как-то, знаешь, какие-то еще рекламу, чтобы они продались или еще что-то. Я вижу, что там просмотры есть, значит, люди интересуются. Вы видели, я вчера вечером только поставила, уже 11 человек посмотрели. Лен, супер. Свои 5 копеек. Вот смотри, минимум $30 ты заработаешь, и при этом ты их еще не покупаешь за свои деньги. Я не покупаю, даже не вкладываю деньги. Понимаете, в чем дело? Я все просто обалдела. Подождите, за них что, даже не резервируется ничего? Нет, это с Амазона берется. Это тоже я могу вас научить. Это я сегодня Сереже показывала, он обалдел. Обалдеть, это что-то дропшиппинг, который называется? Дропшиппинг, да. Я посмотрю. Подожди, а теперь все вот очень много вопросов некоторые задают. А что вот мы будем это самое за них? Это получается, что если мы со скринборд, мы тогда резервируем, и мы тогда какую-то денежку оставляем в залоге за него, за этот товар. А если в Амазоне пьем, то вообще ничего не оставляем? Таких залогов ничего? Нет, ничего. То есть взяли с Амазона через наш спринтборд, выставили на eBay. А сам Infinity нам сделал скрипты, которые берет описание, картинки, шаблон красивый. Все за нас сделали. Тогда, по ходу вопрос. Мы вот когда вот этот дропшиппинг делаем, да, и применяем нашу платформу и все такое, мы на Амазоне регистрируемся как кто? Как покупатели? Я вообще там без регистрации, я туда даже в свой аккаунт не входила. Я просто оттуда, да, у меня там есть регистрация. Я покажу, как это все выглядит. Я могу вам показать, если вам интересно. То есть на Амазоне есть регистрация, ты там зарегистрирована как партнер или просто как... Я даже не зашла туда со своим логином. Я просто стала смотреть товар. Посмотрите, что я делаю. Вот я даже не зашла со своим именем. Видите, у меня нет логина. Вот, вот sign in, я даже не зашла. С ума сойти. Я не зашла. Я смотрю здесь, вот видите, today's deals, то есть today распродажи сегодняшние. Я беру сразу же подороже товар, чтобы он был бесплатный шиппинг, чтобы мне не заморачиваться за шиппинг. Вот здесь вот выбирают тоже легко, этому всему можно научиться, поверьте мне. И у меня нету достаточно такого свободного английского, чтобы я тут вообще просто... Тут даже элементарно вы можете поставить переводчик. Это вообще не преграда. It's okay. Смотрите, я тут выбираю от 50 до $100. Я могу от 100 до 200. Вот это. Я хочу что-нибудь... Потому что я вот на ролике смотрела, там она поставила на продажу кожаную такую тумбу для барахла всякого. Знаете, она как пуфик, большой пуфик закрывается кожаный. Вот на этом ролик. Хотите, потом посмотрите, есть ролик на нашем сайте. Окей. Смотрите дальше. Значит, я поставила вот такую сумму. Видите, какие вот, какие-то там, like, вот сейчас вот они... Смотрите, реальная цена, мейкер, какой-то ice maker, это делает мороженое. Ice maker. То есть... чтобы вы знали, продается фактически, как все говорят, продается все. Просто что-то продается быстрее, что-то медленнее. Вы будете уже сами видеть этот процесс. Допустим, окей, я хочу взять вот этот мейкер. Да? Что я делаю? Я кликаю вот на, именно на вот этот вот ссылочку и хочу про него прочитать, про этот мейкер. Угу. Вот. Я смотрю, здесь, видите, фотографии, все есть. И вот это огромная-преогромная ссылочка, которая определяет все, сюда подвязано, все описание, это товар, все. И вот в ролике как раз учат нас, как правильно поставить к нам через спринг, именно через наш инструмент, чтобы не, даже я покупать.
его не буду, я просто накручу свои проценты. Вот здесь они сейчас предлагаются за 150, я могу накрутить 250 поставлю. И 100 баксов я могу на нем сделать. С ума сойти. Слушай, я понимала, что это классно, ну, как бы инфиниа и ее инструмент, но чтобы до такой степени. Я все-таки думала, что нужно какие-то деньги оставлять, как бы людям даже так и... вот, да, смотрите, что здесь. Вот это показываю. А когда вы в своем офисе, вот в Infinity, идете... Вот у нас Prime, понимаете? Вот вы даже представить себе не можете, когда мы сделаем апгрейд и будем на Excel. Вот этот вот. Когда мы будем на самом высоком пакете. Там вообще все на автомате. Но мы сейчас имеем Prime, мы имеем возможность только 15 видов товара с этого Springboard, а вот с Амазона мы можем поставить хоть 500 штук. Охренеть. Понимаете, что вы можете сделать? Да, ну это потом это будет уже, может, вам какой-то бренд магазин, свой магазин. Это постепенно за год может раскрутиться в такое большое количество... вашего магазина, что и главное, не вам не нужно не отправлять, вы просто, я вот как говорила раньше, вы как посредник между продавцом и между покупателем, и вы имеете свой интерес. И вот благодаря, вот говорили наши руководители, вы еще даже до конца не осознаете, куда мы попали, да? Вот это мы попали. Так вот смотрите, я иду вот теперь сюда, на eBay, видите? eBay. Чтобы я как раз поставила то, что на Амазоне продают люди. Uh-huh. И хочу быть посредником, помочь им быстро продать их товар, я хочу иметь свой интерес. Я знаю, что он может продаться дороже, потому что я вам говорю, два дурака, один продает, другой покупает. Вот, клеит, видите, плюсик. Я нажимаю сюда, опять хочу просто вам показать, не заморачивайтесь, в смысле, вот сейчас не пытайтесь это запомнить, просто смотрите, насколько это оказывается просто, хорошо? Угу. Потому что все потом степ-бай-степ, мало того, что и компания нам даст, но компания, может быть, займет это же время. Сейчас немножко поедет туда, в Хьюстон, может быть, там что-то побыстрее продвинут это дело, понимаете? Сейчас вот Иван тыркается там, Иван, потому что он имеет большой опыт торговли на Амазон. Он когда увидел этот инструмент, но он торговал вообще только на Амазоне. А сейчас он с Амазона берет и ставит себе на этот самый, на eBay. Смотрите, ребята, посмотрите, с каких магазинов, только с Амазона. Мы можем брать любых из этих магазинов. Overstock такой же, как Амазон. Амазон UK, это Лондон, это Амазон английский. Walmart, это американский магазин и так далее. То есть вот мы выбираем Амазон. Интегрировано во все эти магазины, платформа. Да. Вот, мы берем вот эту ссылочку, вот она, DoReF, вот DoReF, копируем четко, только вот эту вот. Это все на ролике я обучилась, и правда легко все, совсем не трудно. Копируем, идем вот сюда, и вставляем сюда. Все, вставили, выбираем сюда. Будем фрейм выбирать, куда мы хотим эту красивую поставить штуку. Здесь есть всевозможные разные варианты оформления твоей продажи. Вот есть, видите, здесь может быть как раз три имиджа, да? Здесь может быть вот так стоять, и там имиджи будут. Можем такую сделать текстовую, можем вот так. Окей, whatever. Мы можем посмотреть, другой вид не нравится нам. Окей, нет проблем, мы можем другой взять. Вот отсюда выбрать фрейм, допустим, как я делала в этом, в рамочке, да? Да. Там есть бокс, там есть, вот, видите? Помните, вы смотрели, как я сделала? Да. Вот этот можно сделать фрейм. Можно, вот здесь вот бакс есть такой. Вот такой вот есть. Опять-таки, там можно и в цвете, и в чем хочешь, понимаете? Вот. Какой-то еще тут секции какой-то, селекшн, окей, whatever, неважно. То есть вы выбираете, какой хотите. Видите, шаблоны, просто есть готовые шаблоны. Вот, ну, остановимся на фрейм, мне нравятся эти фрейм, они как-то привлекательно смотрятся. Окей, я могу опять-таки уже
взять опять вот такую вот подобную рамочку, ставлю сюда точечку и пошла на листинг. Вот. И не бойтесь, что вы не знаете английского языка. Здесь, ну, предельно просто все. И я вам говорю, будут обучающие ролики, и все это будет понятно. Придется попыхтеть первое время, попыхтеть. Но всему надо учиться. Если вы хотите хорошо зарабатывать, придется поучиться маленько. Вот, вот здесь вот смотрите. Здесь вот написано, что это такое. Вот он, видите? Целое, это как называется это ice maker, это вот машина для мороженого. И вот здесь надо тайтл. Что такое тайтл? Да, тайтл. Это будет как название вашего товара. Ну, здесь мы можем только 80 знаков, то есть 80 букв, да, с пробел, считая пробелы. Вот мы можем взять вот отсюда, вот invitation, portable ice maker, бла-бла-бла, touch, бла-бла-бла. Вот, все, вот это вот возьмем первое, да, чтобы нам хватило. Digital operation, это как, или, как сказать, ну, понимаете, я думаю, что вы, я не знаю даже, как вот, как переводить. Окей, да, генитальная. Генитальная, орально-генитальная, сори. Все вставляем сюда, потом берем полностью вот это вот. Вот эту вот строчку. И вставляем ее. Что такое keyword? Это ключевые слова. Вы уже не первый день в интернете и уже понимаете, что такое ключевые слова. Да? И вот когда мы все это сюда забили, и сейчас нам вот это вот шоу покажет, в каких категориях мы можем поставить этот товар. Вот видите, Home Garden, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вот все, мы сюда кликаем, все. Поставили в категорию, которая нужна. И начинается тут уже. Тут мы выбираем, значит, что тут, категорию выбираем. Ну, опять вам скажу, что я не хочу вас сейчас грузить. Я просто немножко хоть покажу вам, приоткрою, так сказать, дверцу. Вот, да, здесь надо какие-то, эти, так, спортсмены. А? Грузии пополнилось. А, Грузии пополнилось. А ты хочешь сказать, ты записываешь? Я тебе не разрешаю никуда ставить, чтобы ты понимал. А я записываю. Вот, гарден. Вот, видите? Home Garden – это дом и сад. Это большая категория, да? Потом еще из этой категории мы тут должны food, beverage, fresh, там бла-бла-бла, гарнит, эти мебель, holiday, там home, decor, home impro, вот kitchen есть. Видите, kitchen, dining, bar. Kitchen это кухня, dining это как обед, обеденная и бар. Вот, вот сюда ставим. Следующая категория. Вот, cookware, видите? Это для того, чтобы готовить. У нас же этот, как ее, ice maker, да, это для мороженого. Мы, для, это, мы можем сюда вот cookware, то есть это готовится мороженое. Это не то, что... Да. А, это кубики льда? Ice. Только кубики льда, да? Ну, то есть я не прочитала там, так, это готовить бар. Тогда это bar tools получается. Для вина, для воды. Да. Значит, bar tools и аксессуары. Окей. Сюда. И следующее еще. Вот battle stuff, за тобой. Так, 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 коктейль шейкер, да? Bar set, вот сюда, вот в эту категорию поставим. То есть для каждого товара вам будет предоставлено вот такое подробное, куда, какая, каким категориям. Это для рекламы, для того, чтобы люди выходили на этот товар, да? Они задают, что им надо купить. Во всех вот этих категориях товар этот ставится. И здесь начинается самое интересное, да? Здесь... PayPal у нас стоит, у нас все привязано. Здесь мы ставим, сколько процентов мы хотим на оценку. Допустим, мы хотим там 30%. Мы ее можем, вот, видите, ее продажная цена у нас будет. 234 на eBay будет, знаете, да? То есть я знаю, что это дорогое там, допустим. Они сейчас этот, сколько у нас Amazon сейчас продает ее? За 119, видите?
Ну, чтобы не жадничать, я могу меньше поставить, я могу 10% поставить, чтобы быстрее продалась, я могу там $20 на этом взять, при этом не затратив свои деньги, чтобы вы понимали. Понимаете, о чем я? 10%. Вот за $200. Ну пусть за $200 продастся. Где-то $50-60 я заработаю. Плохо? $50-60 хватит? Хватит. Супер. А если продастся это 10 или 20 или 30 штук? Это сколько у них есть? Это может продастся сколько угодно штук. Вы можете там написать, допустим, сколько вы, сколько там штук, вот, допустим, это вот три диспатч тайм, три раза, три дня, что три дня? Это три дня, чтобы все перевелось там. А, наверное, шиппинг, да, что в течение трех дней отправят им, да. 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 Да, да, да. UPS Ground, все, шиппинг ноль, потому что у нас фри больше $35 на Амазоне отправляют бесплатно. Потом вот product information. Вот. Вот здесь вот. А ты говорю, что у меня недостаточно еще знаний для того, чтобы до конца уже знать. Вот, вот это вот мануфактурный номер. Вот где он этот мануфактурный? Вот в том в наушниках он у меня здесь автоматически встал. Вот здесь вот я не вижу его. А где его взять? У меня не хватает знаний еще. Я не знаю, где его взять. Я должна сюда его поставить. Обязательно. Но где он здесь? Вот именно вот здесь, где этот мануфактурный, я должна вот проконсультироваться. Я не знаю. Опять-таки, научимся, вы же понимаете, да? Вот. И вот все, когда я это заполню, да, листинг тейп, так все здесь ничего не делаем. И вот эти вот фотографии, которые будут на этом, все включаем галерею, вот это включаем по одной, потому что это все в галерее, все вставим вот эти вот такие птички сюда, все, да, все поставили, все сделали. Это я делала еще. Что-то хотела. Здесь две галочки, потому что и это галерея имиджи. А здесь уже по одной, чтобы они и по одной можно было включать. Вот. Все. И next идем. Но они меня сейчас не пропустят, потому что нету этой вот. Номер этого, да? Да, да. Это вот номера мануфактурного. Вот где его брать, я тебе говорю, не хватает мне. Автопост может тоже поставить. Вот автопост на eBay. Вот сейчас просто, если бы было уже мануфактурный номер, у меня же сейчас сразу бы на eBay появился. Вот автоматически, мне даже ничего не надо делать. Потом здесь можно здесь авторелиз this item to end. Когда продастся, можно поставить его автоматически еще раз на продажу. Next. Вот, сабмит я сейчас сделаю, но мне сейчас выдадут ошибку. Видите, ошибка? Error. Вот этот вот, где его брать? Там вот, где наушники, у меня встал автоматически. Где вот, где не автоматически, или вот мы не можем, где-то вот в этой ссылке обязательно указан этот вот, как его, номер мануфактурный. Мы только должны знать, какой он. Вот где его взять? Но мне не хватает знаний, чтобы это знать. И то я вчера, понимаете, сколько я всего пролопатила тут? Так, все, с Амазоном закончили. Я другое хочу показать. Во-первых, чтобы вы, опять-таки, для того, чтобы даже прийти к этому, чтобы уже вот это досконально изучать, по крайней мере, надо с eBay иметь регистрацию и привязать его сюда. Привязать к Infinii. Кто это сделал, кто не сделал, давайте делайте, а то стартовать хотим до конца, что у кого. Проверьте, чтобы все было закончено с вашим оформлением вашего портала. Потом смотрите, на спринпорт, когда мы покупаем, здесь есть добавлять, я вам говорила, да, деньги. Я добавила как раз 2-3.
купила эти кредиты, юниты для того, чтобы покупать на Springboard вот эти вот товары. Они будут все время обновляться. Можно сделать, вот резервировать свой склад. Сейчас я вот это все сделаю, так, репорт. Я сейчас сделаю все кенсел, а пусть хотя я скажу, что я, наверное, оставлю еще пока. Я хочу вот опять узнать, найти ту информацию раньше, чем нам дадут ее на русском. Как мне это все на eBay? Посмотрите, я на eBay пыталась поставить эту бабочку, но что-то я до конца тоже здесь не понимаю, понимаете? Я ее не, до конца не доделала, хотя она у меня уже там стоит. Вот она, видите? Видно вам? Да. Вот. Я ее вручную сделала. Вот сейчас я вам открою, как она смотрится. Вручную начала делать. И тоже здесь все очень легко. Я тоже точно так же здесь робот, все, категория, фото, материал, все это написала. Вот я, допустим, своими словами, мне там сказано было, первый раз нужно вручную сделать, а потом все будет на автомате, все товары сюда запихиваться. Вот здесь я поставила цену, допустим, да, 3 дня там, бла-бла-бла-бла. А вот дальше у нас не получилось, мы делали вместе с Таней, с моей, тоже здесь местная моя партнер. Короче, я не стала этого делать дальше, потому что я не знаю, как это будет выглядеть, каким образом я должна буду. Я думаю, что когда купятся эти наушники, они уйдут деньги мне на PayPal, и я должна буду сделать репорт, чтобы Amazon отправил моему покупателю. Значит, я должна делать репорт. Ребята, всему научимся. Но мы так всем быстрее, поэтому я залезла туда вчера, чтобы вам хоть сегодня немножко раскрыть, так сказать, всю вот эту вот красоту, что нам уже больше не надо будет в этой жизни ничего искать. Изучить эту профессию и получать удовольствие. Получать удовольствие, да. Но сейчас на этом этапе вам всем абсолютно, без исключения, вы прекрасно знаете, что у меня даже не было в планах строить большую команду, она сама начинает выстраиваться. И моя цель обучить свой первый уровень. И это знает Лиля, это знает Сережа, хотя они говорят, что вся сила в плавках, да, что нужно делать команду большую. Она сама делается. Но вот вы, которые особенно живете, те, которые живете в России, которые пока еще нужно время для того, чтобы я могу быстрее, конечно, всему этому научиться, да и канал у меня раскрученный. Вот. Но вы можете на команде такие деньги сделать бешеные просто, потому что люди сюда идут с удовольствием. Вот эта программа минимум 2 человека, тем более, если еще лендинг-пейдж в ближайшие дни у вас будет. Я могу вам сказать гарантированно то, что я поговорю с каждым человеком, который заинтересуется значит, этим бизнесом. Я вам гарантирую, что я с каждым готова поговорить индивидуально. Понятно? И что я рекомендую, вам всем уже говорила, повторюсь. Если у вас появляется человек, которому вы хотите дать эту информацию, понимаете, что вам придется его научить, вы хотите дать ему информацию, первый вопрос у вас должен к нему один-единственный. Знает ли он, что такое eBay, что такое Amazon, что такое Overstock, Walmart, там, okay, whatever. Можете даже просто спросить только про eBay. Ты знаешь, что такое eBay? У нас, конечно, русские так говорят на этот аккаунт, не буду повторять. Вот, вы знаете, что такое eBay? О, да, я знаю, что такое eBay. Только тогда вы сможете с ним продолжать разговор. Если человек представления не имеет, что и не слышал никогда eBay, лучше его оставьте на потом. Ищите сейчас, по-моему, сейчас нет таких людей, которые не знают eBay, Amazon, я не знаю, Alibaba, AliExpress и так далее. Ты не представляешь, что у нас даже в Америке есть такие люди, которые не знают, что такое eBay и не пользуются. Поверь мне, я жила 2 года в декоре, там даже компьютеры не у всех. Поверите, серьезно, я вообще была в шоке. Я вчера с народом общался, такие древние попались, несколько человек, они да. Им показываешь древние. Видео, они говорят, это все фотошоп.
Ну, конечно, да. Амазон это фотошоп, грибы это фотошоп. Да вообще это ничего не существует. Ну что, тогда, тогда, в принципе, нет смысла с ними продолжать. Пессимисты, которые мало того, что они не знают и знать не хотят. Я сейчас тебе скажу, вам скажу сегодняшний разговор с моей приятельницей, в которой мы вместе начинали бизнес в интернете, да? Она живет здесь, в Америке. Она прекрасно знает, что такое eBay. Она на нем покупает себе все, что там может. Я не могла ей не сказать. Потому что я знаю, что она без меня бы там все делала, и она не принесет мне загруженность, да? Мне не нужно будет ее учить, она без меня прекрасно научится. И поэтому я не могла ей не предложить. Так что она мне сказала: Лена, ты что, обалдела, я буду этим заниматься. Ты что? Так она рыба, нет, не... Все, я говорю, Катя, забыли. Конечно. Все, я говорю, я тебе не могла не сказать. Мое дело тебе сказать. Все, до свидания. Она занимается другим делом. Она вся в людях, она страховки юридическая, вот наша, она вся там. Она говорит, ты что, у меня столько работает? Торговать дыбой, да ты упала. Я говорю, да там же классно, обучишься роботы. Но я поняла, что она просто сразу отвергла, хотя она знает, что такое eBay. Все, понимаешь? И сейчас у меня много работы, потому что сейчас Лена у меня подключилась, и у нее уже в голове целый список людей, с которыми мне придется разговаривать по всему миру. У нее и в Израиле, у нее и в Чечне, и там, и где только нету. Хочу сказать то, что, пожалуйста, используйте меня в добрых целях. Я всегда вам помогу и всегда готова поговорить индивидуально с каждым вашим потенциальным партнером. Сделайте себе хотя бы элементарно два человека в правую и в левую ногу. Здесь серьезные идут переливы. Не надо заморачиваться на тех людей, которые только думают принять решение. Надо разговаривать с теми, кто уже принял решение. Да. Все. Или те хотят его принять. Да. Все, человек знает, что такое eBay. У тебя есть вот такая фраза, она волшебная, клянусь вам. Вы спрашиваете, вы хотите сегодня иметь освоить новую специальность в интернете, такая как электронная коммерция. Если человек современный, если он современный человек, то он понимает, что это такое, и скажет, что ему это интересно. И не надо говорить экстрамане. У нас люди любят, как сказать. Я вам скажу, что, может быть, на кого-то это работает, может быть, на кого-то. Но я думаю, что сегодня уже таких людей все меньше и меньше. И скажу почему. Потому что, когда вы говорите, вы хотите зарабатывать 10 тысяч в день, там, или 100 тысяч в год, вы хотите такие деньги зарабатывать, уже это работает слабо. Согласны со мной? Конечно. Потому что самое главное, вы можете дать человеку возможность приобрести на сегодняшний день самую выгодную, популярную специальность, которая называется электронная коммерция. Где ты можешь выступать даже посредником между компаниями, крупными компаниями, продавцами и покупателями. Разве это может быть неинтересно человеку? Это не значит, что это всем интересно. Вы понимаете, что я всегда говорила, всегда вот мои партнеры, все фактически из Access у меня. Я всегда говорила, что невозможно, чтобы все были богаты. Если бы все были богаты и здоровые, на Земле было бы перенаселение. Да? И говорите своим потенциальным, которые у вас уже зарегистрированы, не надо ждать, когда доллар будет 100 рублей стоить. Вы здесь будете зарабатывать доллары, вы не будете зарабатывать рубли. И когда человек говорит, доллар 75, да какая разница, сколько он сегодня стоит? Вы будете зарабатывать доллары. И сколько бы доллар ни стоил, вы будете зарабатывать именно эту валюту. И все. Ну, в принципе, вот все, что я хотела вам сказать, и не хочу вас долго задерживать, просто хотела именно показать, приоткрыть немножко вот завесу. Вот, как это уже... огромное, потому что ты мне сегодня на самом деле Америку открыла. Я
конечно, не ожидала такого сюрприза от платформы, что мы можем вообще там просто брать товар, не проплачивая, не оставляя за него ни залоги, ничего, выставлять на Амазоне на других площадках, вернее, на eBay, да, с Амазона из других площадок. Это, конечно, просто потрясающие новости, очень радостные. И это будет такой козырь в рукаве, что мама дорогая. Ну, конечно, конечно. Меня же то же самое это вдохновило, потому что я начала смотреть американские ролики, потому что то, что Иван показывает, это мне просто не было там хорошо понятно и видно. Хотя было понятно, но очень плохая видимость, и ролик это переписывают куда-то как-то, может быть, не очень качественно. Ну, в общем, и я залезла уже, думаю, буду я смотреть ролики короткие и лаконичные, и очень быстро все поняла. Вот. Да. Те нюансы, которые мне нужно выяснить, я их буквально в ближайшее время постараюсь это... Ну, не обижайтесь, если не будет это завтра. Ваша задача, пожалуйста, вот я вам говорю всем, сейчас сделайте, по крайней мере, все то, что положено. Сделайте eBay, сделайте PayPal, привяжите все это к Infinity, сделайте GPG. То есть все вот эти технические вопросы, вам один разок вам это все сделать и все. Вот это подготовьте, а потом уже все остальное. Лена, а у нас по открытию аккаунта на eBay там есть у нас ролики достойные, те, которые тебе понравятся, ты, или ты не знаешь? Я не знаю, я не видела этих роликов, там я делала индивидуально, вот и с Татьяной, с Лешей, с Казани, да, ребята, мы же сделали, и с, это, с Сербии у меня Наташа. Наташа, ты здесь? Это там, в принципе, ничего сложного, на самом деле. Здесь, президент, мы еще не знаем, здесь. Да, да, Наташа, я говорю, мы делали, вот кто просил, так сказать, ну, это, я вам говорю, что это мои, моя команда, личные мои приглашенные люди, я всегда учу, да, это моя спонсорская обязанность, все. И поэтому... А у тебя есть аккаунт на eBay? У меня? У Сережи. У Сережи нету у него? Нету у него. Сереж, нам с тобой надо сделать. Сделаем, там ничего сложного. Да? Там не смотрите, там нужно будет, чтобы там на eBay нужно будет привязать PayPal свой. Ну понятно, есть он там. В PayPal там нужно привязать карту. Там надо, ну понимаете, да? Вначале его надо открыть PayPal. Да, PayPal надо открыть. А потом его привязать. Я сегодня просто, Лена меня ночью показала, да, и настолько увлеклись мы вот этими бабочками выбирали. Так, Лен, я сегодня до 7 часов утра, я не могла спать. У меня такое было возбуждение, перевозбуждение. У нас у всех это, легкий шок. Да, да. Я тоже... Ваша задача сейчас на данном этапе сделайте программу минимум. Это в ваших интересах. Два человека, которые купят лицензии. Это ваш бонус, поймите. Там серьезный бонус от компании, с фонда, с резерва. Где они это... этих людей, таких партнеров, они стимулируют, даже эти деньги потом, они выплачиваются частями, вы можете их использовать. Вот у меня сейчас в первом уровне проплаченных, в первом уровне, 7 человек, вот 8-я будет еще с Казахстана девочка. Вот я должна, я их, все, я больше не, я не буду больше первый уровень брать. Я Лену взяла только лишь потому, что она здесь у меня в Нью-Йорке, и у меня есть люди в первом уровне, здесь местные мои, нью-йоркские, которые самостоятельно, то есть мне не нужно будет много на них время тратить. Вот. А вас, вот, Наташа из Сербии, Таня из Москвы, это самое, Таня из Казани с Лешей, это, из Израиля Данил у меня очень талантливый парень, на него тоже много времени не уйдет, он вообще все сам сделал, он даже карту в паэле уже сам заказал, понимаете, да? То есть самостоятельно грамотный парень, молодой, я говорю, ты у нас будешь первый молодой миллионер из Израиля. Понимаете, да? Вот Лена сейчас у меня, она тоже такая
то есть быстро обучаемая. То есть у нее так, ну, мне сейчас придется с ней много работать, потому что у нее уже целый список людей, и из завтрашнего дня придется бла-бла-бла со всеми, правильно? Да. Придется дать. Я это говорю, что первое, найдите этих двух человек. У Тани уже растет структура. Таня Шишкалова, твоя задача. Всех, пожалуйста, с картами и оплату. С картами и оплату. Лен, мы назначили, что мы на этой неделе, ну, скорее, дня через два я их собираю. Сейчас мы их по $10, как бы строим структуру. И они все вместе собираются и сразу проплачивают по 50. Я им сказала, чтобы они все положили на карты деньги, в каком количестве. Да. Одной картой дальше уже сделать. Ты знаешь, у тебя была эта проблема, что мы не могли оплатить. С одной картой они не могут партнера своего оплатить. Да, я им сказала, что на разных картах. Да, потому что эти карты, вот сейчас мы делали GPG с Леной, там сразу же привязали ее карту. Делаем PayPal, тоже карту туда привязали. То есть карта у человека, если человек собирается заниматься бизнесом, у него должна быть своя карта. Все. Понятно? Вот это вот перво-наперво. И уже у людей будет стимул заработать дальше на вот строении структуры, о которой я даже, знаете, мою стратегию. Она вот в другое. Я знаю о том, что на торговле мы будем зарабатывать еще больше, чем на маркетинге. Но маркетинг, он сам по себе получается раз и строится. Понимаете? Потому что на этой теме оказывается... Сам не строится, однозначно. Сам не строится, я не знаю, у кого он сам самостоятельно строится. Но здесь, конечно, нужно поработать над строительством структуры. Но и, естественно, в первую очередь обучить их хотя бы регистрировать, да, и дальше там продолжать все вот эти вот необходимые вещи. А уже потом расслабиться и торговать. Торговать, конечно. Вы понимаете, у меня Сережа знает, и Лилия знает, я сразу говорила, я хочу сама, мне нравится это торговать, потому что это прибыльно, и это интересно, и это без заморочек. То есть здесь минимум ответственности, максимум возможностей. Понимаете? Именно быть посредником. Минимум. Здесь, посмотрите, вы сегодня своими глазами видели, даже не затрачивая деньги, можно быть посредником и иметь свой процент. Шикарно, вообще шикарно. Конечно. Понимаете, я о чем? И я хочу сама научиться все это делать и обучить свой первый уровень. Все, если я вас обучу, и вы будете как орешки щелкать, вы же своих-то научите. Конечно. Правильно? Главное, чтобы этот народ, который приглашаем, он был обучаемый и хотел учиться. А если не хотят, то что, мы же не можем их заставить. Здрасте. Ну да, а то приглашаем, человек хочет, а он научился нажимать кнопочку «вк» и «выкл». И «выкл». И потом он весь мозг проест. На него столько времени уйдет, таких лучше не брать. Да, Для таких же есть вариант вход за 400, пожалуйста, все на автомате. Ну да. Нажмут кнопочки и все. Ну там он будет, там ему, это, я вам скажу, когда у нас появятся реферальные ссылки, их нужно будет почитать американцам каких-нибудь. Но я вам скажу больше. Оказывается, в Америке вот то, чем мы занимаемся с вами, гораздо меньше здесь америкосов, чем у вас там в России и в других странах наших русскоязычных людей. Не просто так америкосы лезут на русскоязычный рынок, пойдите. Америкосы народ, не то чтобы сказать ленивый, но они в этом отношении, они не падки. У нас, поверьте мне, будет в 33 раза меньше людей, американцев, чем других вот с других стран. Это уже, Сережа, ты тоже знаешь, и мы знаем, кто с Эксес. Посмотрите, кто у нас в Эксес? Были русские, китайцы и японцы, да? Корейцы. Любой язык, пожалуйста. А америкосов мало.
Понимаете, что дело? Американцы вот тут где-то работают, а на eBay пусть они у нас товар покупают. Я сегодня у меня встречалась с людьми, и много, ну, некоторые люди, те, которые говорят, ой, а мы компьютер не знаем. Я говорю, стройте структуру. Все, от структуры будете получать. Да, это... Те в структуре обязательно у вас попадутся те люди, которые захотят освоить эту профессию и будут торговать. Вот да. С них вы и будете получать. Да, все, стройте структуру. Да. Стройте структуру, но дело в том, что, подождите, ребята, я вам скажу, что надо прочитать условия, не условия, а как правила компании, есть вот, мне давала Лилия, нет ли там в этих правилах, где, допустим, это все-таки компания у нас торговая, будем говорить, да, нет ли там обязательств, я думаю, что вряд ли там заставят торговать, заставят. Но лицензию платить надо будет. Да, да, они знают об этом, конечно. Да. Вот, и я скажу, что вот сейчас именно, пока вы не изучите сам торговый портал, саму вот эту программу, хотя вот я вам говорю, что уже мы на подходе, уже мы все будет, просто хочется быстрее. Жизнь бежит, а нам хочется это быстрее, но нужно просто набраться терпения, ребята. Я вам скажу, что мы, вот я в моем лице и вы, мы уже даже убежали впереди паровоза от наших тех, потому что я вчера вот прошла полдня, сидела, вот это вот делала. Это может Иван делать, потому что у него большая практика, но это не значит, что у него вся группа его это все знает. Он делает что-то, записал видео, хотите, нате, смотрите, не хотите, не смотрите. Но я вам обещаю точно, что вот такие планерки мы с вами будем проводить. Что-то я узнала, что-то сделала, я вам обязательно всегда покажу. Так, ну что-нибудь есть, какие-нибудь такие вопросы важные, которые сейчас вот нужно решить? Таня Шишкалова, да. Нам с тобой нужно будет все пройти. Да, я знаю, но у меня сейчас Турция ждут регистрации, и плохо не мы у меня. Когда ты будешь готова уже оплачивать лицензию, и мы должны с тобой все степ-бай-степ пройти, я с тобой все это пройду, мы все это сделаем тебе как рабочий материал, а ты потом будешь все свои делать. Да. Поняла? Когда да, это напишешь, чтобы мы скорректировали время, потому что у меня, к сожалению, есть еще такое время занятое работой. Это вторник, среда с утра и четверг, когда я буду немножко занята. Но в основном я буду все время в сети, вы меня будете видеть. Надо ночью, время... когда все спят, а? У вас день. Я говорю, ночью, когда все спят, у вас день, у нас ночь. Ночью ну, у тебя сделаем. Ночь, я знаю, что ты ночная птица, так мы с тобой будем делать мой вечер, у тебя ночь. Ну да, как сегодня до 5 часов утра. Ну да. Да. Так, ну все, ребята, если нет вопросов, давайте попрощаемся. У меня есть один вопрос. Давай, Даня. Вы узнали на лицензии в $50 можно брать 15 товаров по 15 штук или 15 товаров по одной штуке? 15 товаров по 100 штук. 15 наименований товара, а штук сколько унесешь? Ага, все понятно, спасибо. А вот у меня тоже вопрос, можно закупить? Да. Это то, что можно выкупить, да? Да, это то, что можно на спрингборд выкупить, да. Да, Наташа, слушаю. Лен, вот просто если на самом деле, вот если там все автоматизировано на большом пакете, имеет смысл туда заходить, чтобы не обучаться вот этому всему? Тут так очень много чему надо обучаться, тем более на английском языке. Я вижу. Может быть, правда, есть смысл кому-то, вот у кого мало времени, просто зайти на большой пакет, и там, насколько там все автоматизировано, вот это меня интересует.
хороший вопрос, Наташа, но я не могу на тебе на него ответить, потому что нам не давали информацию об этом пакете. Нам только сказали, что там русские как-то наши проговорились. А за $400 пакет вообще там больше только вкл и выкл. Ну вот я и спрашиваю про это, потому что многие... Наташа, это нужно... Я попробую это выяснить в ближайшее время. Дайте, пусть этот, как наш Леша, съездит туда, в Хьюстон, как они, что они там будут, они будут проводить встречи. Я не могу, я вчера хотела с ним еще выяснить некоторые вопросы, к нему не могла достучаться, потому что он тоже очень сильно занят. У него, представьте себе, если я занята, то как он занят, если у него 70 человек. Ну все тогда, меньше воды, спасибо большое, всем пока. Хорошо. Наташа, мне это тоже интересно, ты думаешь, я куплю в один день сразу, но я хочу $250 000 к концу года, поэтому я должна буду вас учить. Угу. Ладно, спасибо большое. Ага, не за что. Все. Так, вы поняли, да, что я на подхвате у вас? Вот, и всегда помогу, чем могу. Я тоже не, как сказать, не 7 пядей во лбу. Я тоже человек, который может что-то не знать. Да, я тоже только учу. Окей? Все. Ну, все. Я отвечаю. Ага. Будем встречаться здесь. Я буду делать такие индивидуальные такие планерочки. У нас даже есть комната. Мы можем в своей комнате в Эксос собираться. Да, Серёж? Да, можем. Ну, отлично. Вот, потому что там тоже... Одна уже есть, у нас две комнаты. Ну, и все замечательно. Мы можем даже не в скайпе, потому что вот здесь вот немножко тормозит. Сейчас нас здесь тормозит, 5, да. Сейчас нас тут, допустим, 5 человек, а будет нас больше и будет тормознее. Ну, да. Понимаете? Ладно, хорошо, ребят, спасибо большое, я отключаюсь. Да, мы все отключаемся, всем спасибо, ребята, я на связи, пишем индивидуально и в чате следите, пожалуйста, за чатом. Хорошо. Всем пока. Спасибо. Да, пожалуйста. Всем пока. Спасибо. Пока-пока.